Улица Алматинская – важная транспортная артерия в Кировском районе. Дорога ведет к промышленной зоне, поэтому здесь всегда большой поток автомобилей. Ранее дорожное полотно на Алматинской отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас таким улицам уделяется особое внимание. Их вовремя очищают от снега, который вывозят на специальные площадки. Всего за зимний сезон с Алматинской вывезли более 2000 тонн снега. Непосредственно в ночь на 1 февраля был выполнен полный комплекс работ по зимнему содержанию. Здесь работает одно звено, включающее в себя 3 самосвала, 2 погрузчика, 2 МТЗ, которые непосредственно занимаются очисткой тротуара. Во всем Кировском районе работало 50 единиц техники и 35 рабочих. Работа выполняется в 2 смены, в дневную и в ночную, каждый день без выходных. Работа выполняется как механизированно, так и вручную. Дорогу на улице Алматинской начали приводить в порядок в 2022 году в рамках профильного нацпроекта. Обновили участок от Московского шоссе до улицы Старозагора. Также были проведены работы по устройству ливневого коллектора. В прошлом году ремонт продолжился до Республиканской улицы. Это еще 2 километра дороги. Данная улица была сделана в рамках ПКД в 2023 году. Также планируется дальнейший ремонт данной улицы. Во-первых, данные работы помогут улучшить проходимость по данной улице, а также покрытие проезжей части будет служить дольше, так как с наступлением положительных температур, когда вода замерзает и снова тает, происходит больше частые разрушения. Жители Кировского района уделяют особое внимание расчистке снега. Оперативно обращаются в профильные службы, заблаговременно предупреждают автомобилистов об уборке. К назначенному времени машины убирают, и ничего не мешает работе уборщиков и техники. Вот эти большие снега были, мы обратились в городское управление, очень быстро отреагировали. Вот Алматинская 34 у нас убрали, там буквально через 2 дня прям сразу приехала машина, все, весь снег убрали. Эта работа была сделана отлично. Очень важно, конечно, что чистят в ночное время, не днем. Ночью машин мало, никого нет, спокойно почистили. Никто никому не мешает, и все нормально. После последнего интенсивного снегопада вывезли 85 тысяч тонн снежных масс. Это 7 тысяч тонн в сутки. В связи с возвращением осадков ближайшей ночью силы для снегоуборочных работ нарастят. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.